Я вновь всех приветствую на своем канале, и как вы догадались по превью и по названию, мне вновь хочется показать вам, что мне удалось перепродать с Мани на Steam. Но давайте для начала беглым взглядом поглядим на ту шмотку, которую я сделал для завоза на баланс Мани со Steam. Просто как пример, который снимет некоторые вопросы у многих. На стриме, когда сайт поднял переплату за некоторые стикеры, но и был взят Fai7 с ашерами голографическими, с КТ-14. Вытащил со Steam я его где-то 1008, а залил по итогу на Мани за почти 9400. Ну а значит, я смог его завести где-то плюс 15%. Ну и да, в табличке можно примерно по таким же процентам ловить вещи. Но азарт, сами понимаете. Ну а теперь, давайте перейдем к главному. Что я смог забрать и за сколько продать? Вновь начнем с моей любимой древесной гадюки, железной симплом на прицеле. Взял ее где-то за 275 рублей, ну и продал на Steam за 330. Это где-то плюс 17% профита. Ну а этот глок я взял рублей за 580, ну и продал в Steam за 650. Доход вышел около 10%. Ну и это неплохо, как по мне. Но вот такие атомные сплавы я не очень люблю, но тут уж извините, не удержался. Наклейка Дигнита стримхака подкупила у PSNatic из Кёльна. Взял его за 900 рублей, ну и продал в Steam за 990. Вновь мои любимые 10%. Ну а данный юсп я взял за 350 рублей и продал в Steam за 396. Вышло по профиту чуть больше 10%. А вот эту нитро железными вертосами я забрал за 450. И уже через сутки я получил на баланс Steam 513 рублей. По процентам это вышло где-то плюс 13. А вот юсп страж я взял за 175 рублей. Ну и продал я его за 193 рубля. Через двое суток. Вышло чуть меньше 10%. Ну и это неплохо на безрыбье. Кстати, а вот этот глок за 75 рублей я взял с CS Money, с наклейкой китайской команды, и продал тот же день, как вывел его на Steam, за 100 рублей чистыми. Мелочь, но согласитесь, такое же всегда приятно. Ну а за 4 дня мне удалось продать вот этот Дигл с железной наклейкой новей краковских за 450 рублей на Steam, когда я его брал всего лишь за 400 рублей на CS Money. Ну и давайте перед самым красивым скинчиком отметим свой взгляд на калаше с наклейкой новей и за 190 рублей. В Steam я его продал за 230, профит вышел около 18%. Ну и давайте я закончу вот этим сочным предметом, это красная линия. Мне удалось взять его где-то за 2400 на мане и продал я его спустя двое суток после вывода в Steam за 2900. А это еще плюс 18% к нашему балансу, что мы крутим. Тут я лишь вам показал реалии по трейду со стикерами. Не забывайте, что половина из того, что мною было выведено, все еще находится на продаже. То есть трейд со стикерами хоть и приносит какой-то доход, но иногда это затягивается. Поэтому рассчитывайте лучше на свои силы и на баланс сайта. Да, завоз получается спокойно под мани плюс 15, вывод можно делать под плюс 10 и выше, если работать со скинами со стикерами. Но вот вопрос, насколько это может растянуться? А где гарантии, что вы правильно оценили скин? Поэтому не устану повторять, не пользуйтесь перепродажей скину со стикерами как основной схемой, если ваш баланс того не позволяет. Да, вы можете выделить какую-то небольшую часть баланса для изучения данной схемы, пока не поймете, как она работает. Но в любом другом случае, обходите эту схему стороной, пока не посчитаете, что готовы к ней. Да и к тому же, сейчас все говорят о выходе операции, да и не забывайте о распродажах. А значит, цены сильно просядут. А представьте, если вы к этому моменту набрали кучу скинов на продажу со стикерами. Согласитесь, это не очень хорошо. Ладно, хватит, конечно, негатива, вся схема имеет право на жизнь, я же ведь работаю как-то со стикерами, верно? А значит, не все так плохо, как кажется. Но, пожалуйста, распределяйте свои возможности рационально. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите свои мысли в комментариях. И до скорых встреч!